Встречи прошли на центральном стадионе федеральной базы спортивной подготовки «Югспорт» в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды юношей. Это первый сбор для этого возраста. Сбор у нас селекционный, то есть мы собрали максимально, так сказать, представительство с нашей стороны, большой и необъятный. У нас есть люди из Сибири, с Урала. Вот, всех мы их пытаемся здесь проверить. Соответственно, нам помимо тренировок нужны спарринговые матчи. На таких встречах тренерский штаб проверяет и своих спортсменов, и присматриваются к футболистам из команд соперников. В целом же в рамках сборов команда юношей 2001 года рождения каждый день проводит до 2 тренировок. Проходят также и теоретические занятия по тактике ведения игры. Кстати, сегодня матч с сочинской командой закончился со счетом 5-0 в пользу сборной России.